Добрый день, представляю вашему вниманию микс casual. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого вот платья. Идет оно с чашечками, без косточек. Размерчик M, может быть, даже и на L-очку подойдет. Брючки евро 40. Футболочка, маечка даже, без рукавочка, L-ка. M-ка юбка, футболка. Элька, юбочка с люрексом, Эль. Так, здесь вот такая накидочка, Элечка. Джинсы евро 36, маечка евро 42, топ. Джемпер, эмочка, футболка 44-46 евро, юбка вельветовая. Размерчик евро 36, евро 34 футболочка, юбка евро 34, танковочка эска с горлышком удлиненным, эсочка юбочка, джемпер элька, комбинезон на бретелечках тоненьких эмочка, танковка XS, джемпер ML. Джинсы М-ка, маечка Л-ка, футболочка М-ка, полностью просвечивает в дырочку. Том Тайлер шорты 30 размера джинсовые. М-очка джемпер, очень мягенький. Здесь у нас шифоновая блуза с подкладом, размерчик S. Бодифугерт, джинсовая юбочка Л-ка, танковочка. Размерчик SM, рубашка с коротким рукавом 2XL, шортики M-ка, танковочка L-ка, джемпер Zara S-очка, накидочка с перышками, завязывается вот здесь вот так вот. Размерчик S, рукавчики тоже с перышками. Платье на тоненьких бретелях евро 40-42. Юбочка эска 44 размер блуза, элька футболка, футболочка ML, юбочка эмочка XL, футболочка спортивный трикотаж, эмочка без рукавка, имеются подплечники. Джинсовая юбочка S-ка, поло XS, ветровка внутри, флис M-очка, спортивный трикотаж на замочке, спортивный трикотаж, маечка S-ка, топ SXS, L-ка вязаная футболочка, джинсы евро 38 размерчик, кардиган ML, футболка, спортивный трикотаж, эсочка, кардиганчик с укороченными рукавами, эсочка, юбка элька с подкладом, не просвечивает, джемпер эмка 46 размер бриджи, эмочка ветровка на замочке, так, танковочка вязаная элька, кардиганчик Элька. Так, здесь у нас ветровочка идет со вставочками искусственной кожи, размерчик S. Куртка внутри плюш полностью. Ее можно носить, вывернуть, можно так носить с капюшоном, размерчик S. Здесь у нас кожаная куртка, тоже такая очень классная, размерчик L на замочке, вообще крутая. Так. Здесь у нас платье, размерчик ML, шифон с подкладом, джемпер S-ка, маечка, спортивный трикотаж, размерчик S. Здесь у нас блуза XL, полностью просвечивает, юбка, размерчик 44 евро, джемпер с высоким горлышком, размерчик S на пуговичках, юбка. Размерчик евро 46, футболочка элька,
вязаная накидочка элька без рукавов на пуговичках, джинсы евро 40, джемпер тоненький Тезенис размерчик М, футболочка Зара размерчик М. Так, здесь у нас футболочка 46-48 евро. Так, платье эмочка, такое красивое, очень видовое. Джемпер эска с высоким горлышком. Эмка танковка. Джемпер на пуговичках LXL. Тоже красиво очень. Эсочка танковка. Джемпер XS. Даже это кардиганчик. Он идет очень тоненький и просвечивает. Юбка вельветовая. Размерчик 38-40 евро. Элечка футболка. Юбка размерчик S. Танковочка эска. Да. Куртка кожаная, искусственная кожа, даже как внутри плюш, размерчик S. Накидочка элька, штапельный материал. Болеро эсочка, просвечивает полностью. Платье размерчик SM. Футболочка эска, спортивный трикотаж. Брючки 46-го размерчика, футболка М-ка, вязаная такая вот накидочка, эсочка с поясочком, М-ка Страдивариус кардиган, блуза М-очка, джемпер размерчик L с высоким горлышком, маечка М-ка, спортивный трикотаж, толстовка, внутри петелька М-ка, брючки размерчик 27 мужской, эсочка боди. Так, здесь у нас футболочка топ эска, элька танковка, шорты элечка, поло элька, ветровка. Куртка даже, я бы сказала, внутри флис, евро 40, на замочке. Так, здесь у нас комбизик, размерчик М, 2XL футболка на подростка, наверное, пума шорты на 16 лет, танковочка эска, джинсовый комбинезон без бретелей XS. Элечка танковка, спортивный трикотаж, футболка М-ка, эсочка джемпер с высоким горлышком, здесь у нас джемперочек на замочке эска, джемпер с высоким горлышком, размерчик SM. Так, здесь у нас тоже эсочка джемпер с укороченными рукавами и удлиненным горлышком. Пуховичок на замочке, размерчик М, и на клепочках здесь тоже пуховичок, тоненький, размерчик SM на замке и на клепках. Юбка джинсовая, размерчик евро 38, элечка штапельный материал блуза, платье евро 36-38, шифон с подкладом на бретелях. Ветровочка размерчик L, с кулиской идет на поясе. Платье размерчик M, поло L, может даже на XL подойдет. Блуза M-очка шифоновая с подкладом. Здесь у нас XL футболочка, может даже 2XL. Блуза S-очка с поясом просвечивает. Платье размерчик ML. Элечка футболка Adidas. XL маечка, шорты размерчик, так, шортики у нас размерчик не указан, я думаю, LXL, Marco Polo, футболочка L-ка, блуза евро 36 шифоновая, эмочка накидка трикотажная такая, евро 38 платье, шифон не просвечивает. Эмочка футболка, платье элька,
футболочка XL, 2XL, платье Джессика, такое вот классное эльчика, не просвечивает. Так, здесь у нас боди, Зара, размерчик M на одно плечо. Штапельный материал евро 44, блуза из рукавов, эльчика, платье. Так, бодифлирт евро 44-46, такой вот джемперочек. Юбочка с люрексом S-ка, 4XL блуза, танковка S-очка, спортивный трикотаж, маечка M-ка. Юбка шерстяная, размерчик евро 38, кардиганчик Zara, M-очка, размерчик, ну на Эльку тоже подойдет хорошо. Так, здесь джемперочек L-очка, юбка тоже шерстяная, я думаю, размерчик Евро 42, пончо от S до Эвички, и вот такой вот замечательный джемпер, очень тоненький, с высоким горлышком, размерчик LXL. На этом все, спасибо за внимание, подробная информация в ссылке под описанием.